Количество убийств в городе сократилось. Данные статистики сегодня озвучили на заседании городской думы. Озвучил их начальнику МВД России по городу Кирову. Однако депутаты высказали замечания в адрес работы полиции, что не устраивает народных избранников. Расскажем далее. Безопасность кировчан – один из первых вопросов, которые обсудили сегодня депутаты городской думы. По мнению народных избранников, на городских улицах не хватает полицейских. Представители ОМВД разводят руками. Работаем с тем, что есть. Больше нарядов, чем вот у меня в наличии есть, я выставить не могу. Хуже того, значит, в этом году будет отвлечение, ну, кроме выборов, у нас еще отвлечение на чемпионат мира по футболу. Забирать будут у меня практически половину состава батальона. И мне это на проблему решать. Поэтому об увеличении речи, наверное, скорее не идет. Идет о маневре силами и средствами, которые у меня есть. Я говорю, у меня есть возможность участковыми, да. Но для этого мне нужно, соответственно, понимание ее администрации, что мне в ДНД необходимо работу эту углублять и усиливать. В состав дружинников на данный момент входит более 1000 человек. За прошлый год ими было выявлено 868 нарушений, отчитался начальнику МВД по городу Кирову. Следят за безопасностью и с помощью камер видеонаблюдения. Но есть еще одна проблема, которую нужно решать, считают специалисты. Плохое уличное освещение. Сделать систему освещения, Илья Вячеславович, вот на, хотел бы обратить внимание ваше, вот на такой момент, когда над пешеходным переходом, который не на перекрестках, там нет освещения, сделать вот это светодиодное, как в Европе делается. Заметили, у них там темное время, даже бывает освещение везде, но такая полоса света на высоте, понятно, что по габариту там 3,5-4 метра, которая необходима. Светодиодно, она немного берет электричество, ее можно сделать автономно, и рядом две можно батареи солнечные ставить, которые... Не только дополнительное освещение, но и дополнительные посты полиции нужны в городе, отметил также начальнику МВД России по городу Кирову Роман Сосновченко. Он предложил установить их на перекрестке Свободы и Пролетарской, Упитое кольцо, а также в Радужном. Анна Стефаненкова, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича.